Новосибирский район, напротив, готовится к заплывам. Соцсети муниципального образования пестрят жалобами на снежную кашу и огромные лужи на дорогах. Администрация хвастается погрузчиком, который закупили, когда снег уже начал интенсивно таять. В преддверии паводкового сезона ситуация с уборкой улиц от снега в Лазерском районе не из лучших. На обочинах местами по-прежнему возвышаются сугробы. Дороги до недавнего времени были в снежном накате, ну а установившееся тепло постепенно превращает неубранный снег в огромные лужи. Сетуют на это как жители Лаозера, так и соседние Ревды. Вот, например, снимки огромной лужи в райцентре. Они облетели все местные паблики, а некоторые даже начали делать из них мемы. А вот другой стихийный водоем из Ревды тоже не обойтись. Не объехать. Обращают внимание жители и на состояние подъездных путей к образовательным учреждениям. Из-за того, что их не убирали зимой, сейчас там снежная каша. Машины подъехать не могут. А если кому-нибудь понадобится скорая, интересуются жители поселка. Зато на страничке ВКонтакте администрации района полный порядок. Там чиновники хвастаются, что прикупили новый погрузчик. Вот только люди не понимают, зачем он нужен перед летом. Да и деньги на покупку машины, по словам местных жителей, были выделены еще в январе. На этот вопрос ответа у чиновников, похоже, нет.